Обслуживание кофейного аппарата Саека 200. Чистка и загрузка. Очень важно знать, некоторые операции следует выполнять регулярно. Чтобы обеспечить корректную работу автомата, некоторые операции выполняются для соблюдения действующих санитарных правил. Их следует выполнять с отключенным и с открытым торговым автоматом. Чистка производится перед загрузкой продуктов. Промывайте детали только теплой водой, без использования моющих средств, которые могут деформировать автомат или повлиять на его работу. Не мойте съемные компоненты посудомоечной машины. Во время чистки... Во время чистки и обслуживания автомата не подвергайте физическому воздействию электрические компоненты. Не чистите их влажной материей или обезвоживающими моющими средствами. Удалите осадок струей сухого сжатого воздуха или антистатической материи. Ежедневная чистка производится для борьбы против размножения бактерий в зонах, контактирующих с пищевыми продуктами. При этом используется питьевая вода, чистые щетки и материя. Какая последовательность? Первое. Снимите, тщательно промойте транспортеры сухих продуктов. Всасывающую камеру, кольцо транспортера воды, смесительную камеру, вентилятор и раздаточную трубку. Очистите разгрузочное отделение. Снимите кусок материи и тщательно протрите транспортер. Очистите ящик для кофейного осадка. Все доступные части разливочной зоны также очистите. Сливной канал, отделение для кофе, силиконовые сливные шланги. Очень важно знать, тщательно просушите все части перед тем, как снова их устанавливать. Выньте все контейнеры, протрите влажной материей все опорные зоны контейнеров. Днище, внешнюю часть автомата и прежде всего отделение разлива. Загружайте продукты или чашки и ложечки по мере необходимости. Действия должны быть... И пешло? И ты чечене? Вымывать и промывать все доступные части разливочного отделения надо каждый день. Это очищать поддоны для жидких отходов, промывать или заменять их тоже каждый день. Очищать разгрузочные контейнеры тоже каждый день. Вынимать все контейнеры и протирать влажной материей все опорные поверхности, днище, внешнюю часть корпуса автомата.